Это ольха. Осторожней, убьешься ведь, так не убиваются ведь. Видишь, ольха? Ну да. Это ольха, почки ольхи. Такие мелкие-мелкие. Да. Шишечки. Смотри, какие мелкие шишечки. Да, мелкие. Ты посмотри на небо, какое красивое. Сейчас посмотрим, какое небо красивое. Точно. Облака. Облака-то какие красивые. Небо ясное. У ольхи, вон, видишь? У ольхи много почек. Ольха – это семейство березы. Вот. Теми же свойствами обладает. Интересно, как... у ольхи это самое сок. Идет испытание на выживание. Провалится Надя или нет? Видишь? Нет, не провалилась. Не провалилась. Вот. Нифига, он прессовался. Да, весь снег. Тут даже можно на лыжах кататься, на санках. Да, вот как спрессовался снег. Это просто подтаянный подмерз. Ольха. Ольха, ага. Сережки. Сережка ольховая. Вот я пробежала. Да. Тут даже это, кататься можно. Можно. Давай руку. Вот спрессовался. Да. Видишь, следы такие, как у зайца следы. Два. А может, собака? Не знаю, кто это бегает так. Это кенгуру бежит. Трехногая, что ли? Но вот здесь тоже кто-то... Ну, тут видно собака. Кенгуру. У нас кенгуру это не живет. Она застынет здесь. Такие, это гул такой. Ну, так вот, я хотел посмотреть здесь и заснять хоть один самолетик. Я снимала этих вертолетов штук 20 в ряд. Ну да. Вот, так это. А большие самолеты, они высоко летают. Такие вербочки уже беленькие. Вот они, пушистики. Пушистики. Осторожней. Вон, смотри, 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 Сереж. Ага, вон они плавают. Вон сколько их. Много. Ой, сколько их много. Это вот недавно их это прилетели. Ой, полетели. Интересно. Че шапку это снял? Че шапку снял? Холодно. Ой, я голубую. И белые тучки. Конечно, красота. Солнце светит ярко.